Мультфильм смотрю я, а темна, и да, темна. Мультфильмы смотрят, а родная детвора. Даже взрослые порой, придя усталые домой, целые экраны смотрят мультики со мной. Но мультики кончаются, а я хочу еще. Они мне очень нравятся, я требую еще. Конечно, жить без мультика нельзя и дня прожить. Они всех карапузиков научат дружно жить. Музыкально-танцевальный танец карапышек. Кто может сразу сказать, что все это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает? Но никто ведь не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Некоторым сказочном веселом городке жили небольшие человечки-коротышки. Человечки в лодочках катались по реке, а по вечерам читали книжки. Утром только солнышко коснется их лица, любят коротышки просыпаться по ночам. Каждый коротышка ростом меньше огурца, а вот горы как у великана. Кара-кара-коротышки носят шляпы и штанишки, подружиться с ними каждый будет рад. Чтобы мультфильм нес добро. И поэтому мы с ребятами, когда думали, какую песню мы будем петь на конкурсе, мы решили взять песню «Если добрый ты» из нашего любимого мультфильма «Кот Леопольд». Thank you.
внимание.